Край продолжает действовать режим повышенной готовности. За 19 число в край прибыло 893 человека, из них воздушным транспортом 502 человека. Всем лицам, прибывшим в край в соответствии с нормативно-правовыми актами, выдано уведомление о самоизоляции на срок 14 дней. Административный режим, статья 20.6 прим. 1 продолжает действовать. В настоящее время с нарастающим итогом административный протокол выписан на 1618 человек. Это муниципальными, точнее органами-исполнителями власти. 454 протокола выписаны муниципальными органами. И 1438 это главным управлением МВД по Ставропольскому краю. Практически все эти протоколы направлены в федеральные суды для принятия решения. Кроме того, напоминаю, что в Пятигорске, в соответствии с постановлением губернатора, действует карантин. 19 блокпостов, в том числе 8 контрольно-пропускных пунктов, где действует режим специальный, где действует разовые пропуска, о чем говорил ранее. В настоящее время, в принципе, обстановка не меняется. Все силовые структуры работают по периметру края. Также я вам докладывал раньше, действуют контрольно-пропускные пункты с участием сил полиции и казаков. Информация о въездах докладывается в колл-центр для того, чтобы учитывать их в дальнейшем и проверять режим самоизоляции.